Построить роботов из конструктора Лего, а потом заставить их играть в футбол, может далеко не каждый образованный человек, не говоря о школьниках. Но на Всероссийскую робототехническую олимпиаду для детей приезжают самые выдающиеся ребята, будущие IT-специалисты. Республиканский этап такой олимпиады прошел в Елабужском институте Казанского федерального университета. Там в соревнованиях приняли участие более 170 школьников, а поприветствовать их приехал министр образования и науки Республики Татарстан. Мы живем на стыки двух эпох, и впереди, конечно же, это цифровая экономика, это робототехника, и то, что дети сегодня уже постигают азы этой робототехники, очень важно для формирования их мировоззрения, для формирования их профессиональной ориентации уже в эту сторону, и я думаю, что когда они подрастут, все то, что мы видим сегодня в фантастических фильмах, благодаря их мозгам, благодаря их рукам, станет реальностью. Олимпиада проходит уже в пятый раз, но только в этом году впервые в Елабужском муниципальном районе. А теперь организаторы надеются, что это станет доброй традицией Елабужского института. Олег Ашин, Денис Сипайлов, Универньюз.